Возвращаемся в студию и продолжим короткими новостями. 1 декабря партия власти приглашает на прием. В Клину на вопросы горожан будут отвечать Сергей Юдаков, Алена Сокольская, Леонид Ихнев, Надежда Филинова, Сергей Зотов и Маргарита Винокурова. Записаться можно по телефону 285-13. Такой же прием граждан пройдет и по поселениям в местных администрациях с 10 до 17 часов. Во дворе на Волоколамке 3-3 навели чистоту. По распоряжению главы района несколько городских организаций вывели сюда свою тяжелую технику и рабочих. В течение дня здесь разровняли грунт и вывезли строительный мусор. Основное же благоустройство пройдет весной следующего года. Коллектив «Гармония» приглашает на юбилейный концерт. В это воскресенье в 14:00 на сцене КДЦ на Сестрорецкой выступят солисты народной вокальной студии. В репертуаре «Гармонии» русские и зарубежные романсы, арии из оперы и оперет, дуэты, итальянские песни, обработки русских народных, а также лирические и патриотические песни.